Всем привет! С вами канал Стофики и я ваш любимый Санечка. И мы снова приехали на озеро Портяное, как мы его называем, всем эх. Сегодня погода отличная, 24 градуса тепла, ветер юго-запад, где-то метра 4 в секунду. Озеро вы сами видите, не глубокое. Честно говорю, вот я вот заходил как-то давно уже в него, получается, на середине озера где-то по грудь, но сантиметров 80, сантиметров 80 получается вода, а все остальное ил. Вот такое вот озеро. И, конечно же, травы, очень много травы в нем. Кстати, сегодня мы рыбачим я, Калюнька и его сын Саня. Вот в этой вот траве, где мы как раз хакелем рыбачили, мы, помните, да, мы ловили здесь хариуса, то сейчас одна щука пока. А когда мы перейдем вон на ту сторону, там будут одни хариусы клевать. Вот я вот сам поражаюсь, серьезно, ребят. На этой стороне щука, на той стороне хариус. Щучка здесь, ну, небольшая, где-то от 800 грамм до 1,5 килограмм, не больше. Вот сколько вот мы здесь уже рыбачим, больше не попадалось. Ну вот, мы и находимся на хариусовом месте, то есть мы перешли на ту сторону. Заходить нужно поглубже, кидать нужно подальше, потому что хариус сейчас весь под верхом. О! Калюнька поймал. Есть, есть, хороший. Вот он, мой родной, идет ко мне. Хороший. Вот на такой поппер ловлю. Вот так
мы отпускаем. Ах ты! Промахнулась. Она у меня с блесной ушла. Ты ее видишь, что ли, там? Да. О, ух. Ты видишь, блесной ушел, что блесной? Так вот, я сорвал с нее, блядь, блесну. Сучара, блядь. Вернулись обратно. Еще раз погонять щучку. Клев здесь, конечно, хороший. Сами видите, клюет как из пулемета. Вот. Но уже времечко. Сейчас мы еще штучки 3-4 поймаем и домой. Ну что ж, скажем этому озеру спасибо большое. Всем пока-пока. До новых встреч. С вами был канал Стофити и я, ваш любимый Санечка. Ставьте лайки, подписывайтесь.